Когда я был в Москве, это где-то было в субботу 22 декабря, я совершенно случайно включил телевизор и попал на программу Елены Малышевой. Значит, на этой программе, что мне понравилось и мне захотелось это прокомментировать, это то, что вот такие научные рекомендации Елены Малышевой столкнулись с такими житейскими, очевидными вещами, которые озвучил Юрий Гусман. В чем это все заключается? Ну вот, в первую очередь, сейчас, как подчеркнуто на передаче, широко распространено, можно сказать, повальное увлечение, это худеть, и не просто худеть, а худеть там к Новому году. Первое, это то, что худеть к какой-то дате, это вещь, скажем так, неблагодарная и вредная. Почему? Потому что тем самым мы просто-напросто расшатываем свой обмен веществ. Организм сбрасывает вес, используются самые разнообразные там средства, мы о них пока не будем говорить. Вот. И человек пришел вроде бы в желаемую норму, ну, допустим, к Новому году, за которым следует отпускание ситуации, можно кушать, можно не следить за своим весом, и все возвращается на круги своя. И плюс, так как организм испытывал недостаток в питательных веществах, то он их с лихвой компенсирует, когда кончился запланированный период сброса веса, и началось нормальное питание. Обмен веществ еще лучше становится, и, как правило, человек еще поправляется. Итак, практика показывает, если несколько раз повторить, то обмен веществ настолько расстраивается в том смысле, что человек набирает, и после этого сбросить вес уже никак не может. Поэтому, если хотите следить за весом, то следите за ним постоянно. Далее, Елена Малышева подчеркивала, что если что-то ей не нравится, что-то она не хочет, допустим, хлеба, не надо кушать для того, чтобы не полнеть, то надо использовать такую... фразу... Я не люблю это. То есть не то, что я сыта, мне это не надо, я это не хочу. Простые такие ответы. А вот я это не люблю. И объясняю это тем, что вот эта вот фраза, если человек повторяет, она как бы сказать... Должен сказать, что правда в этом имеется, но все-таки существуют слова, которые конкретно прикладываются к той или иной ситуации. И я думаю, что лучше всего использовать их. А вот, что бы я особо подчеркнул, и вы это все почувствуете, и я это неоднократно говорю, это когда человек говорит, что я худею, тем самым он притягивает к себе все худое, что имеется. Только не то, что способствует сбросу его веса, да, он похудел, в смысле тела, а он... притягивает к себе худое по судьбе, по работе, по личности, вообще по всему. То есть вот это вот слово, оно
обладает такими вот, таким вот действием. Поэтому я вам не рекомендую это слово произносить относительно самого себя, дабы не притянуть худое, что может повлиять и на ваше здоровье, и на вашу судьбу, и, естественно, на все остальное. Замените его конкретным словом. Вот вы знаете, везде надо использовать конкретное слово. Что вы хотите сделать, чтобы то отвечало этому? А именно, слово стройнее. Вот можете сказать слово «я худею», закрыть глаза и повторить его несколько раз «я худею, я худею». И прислушаться к себе, что вы почувствуете, как отреагируют клетки вашего организма на вот эту вот худобу и все остальное. И потом сделайте такой опыт, скажите «я стройнее». Я стройнее, сразу же у вас возникают совершенно иные ассоциации, стройность. Это юность, это здоровье, это красота, в конце концов, понимаете? Слово «худею» не несет ни красоты, ни стройности, ни здоровья, ничего не несет по это понятие. Далее, значит, Елена Малышева, мол, когда человек на Новый год, чтобы не задавали лишних вопросов, что он там будет, там не будет, чтобы он не казался белой вороной, значит, надо использовать большую миску листового салата. На что Юлий Гусман с удивлением заметил, вот такую, мол, большую миску салата съедят, а газообразования у вас не будет. Елена этот как бы вопрос обошла стороной, она ничего не ответила. А я вот хочу особо остановиться. Дело в том, что с точки зрения, ну будем говорить, вот как бы сказать, науки, сыроедение, салат – это такая пища, которая способствует, ну, будем говорить, сбросу веса, она легкая сама по себе, она содержит ферменты, она сама по себе содержит, значит, воду и будет тем самым способствовать и хорошо сочетается именно с белковой пищей. Вроде бы правда все это, да, так, с точки зрения науки. А вот с точки зрения практики, Юрий Гусман подчеркнул, а не будет ли у вас газообразование. Как правило, если человек съедает большое количество растительной пищи листового содержания, то особенно у человека, неподготовленного к этому, возникает газообразование, и он как Юрий сказал, с таким животом будут весь новогодний праздник находиться. Здесь важно подчеркнуть, что вроде бы чисто теоретически это действует хорошо, но на практике получается совершенно иное. С чем это связано? Это связано с тем, что у нас, у людей, которые только начинают, будем говорить, вернее, приняли эту пищу, у них нет ни ферментов, которые бы ее полноценно переварили. И поэтому она действительно начинает у нас вот бухтеть в животе, вызывать газообразование. Потому что все-таки желудочно-кишечный тракт у нас не такой, как у козы, которая ест растительную пищу, листочки там, щипет капусточку, любит, а несколько иное. И, кстати, у животных, которые питаются вот зеленью, у них, как правило, идет газообразование. И люди об этом знают, которые особенно с ними сталкиваются. Это раз. Второе. Листовая пища
сейчас зимой не свойственна. Не свойственна этому времени года. Она будет охлаждать, потому что листики растут на солнышке, они испаряют влагу, они охлаждают тем самым растений. И когда мы их будем поедать, вроде бы помимо ферментов, воды и так далее, мы будем привносить и фактор охлаждения в свой собственный организм и начнем замерзать. Особенно зимой. И более того, сброс веса зимой. Зачем это делать? Просто-напросто надо держать себя, как сказать, в одной паре. Если все животные для того, чтобы пережить суровое время года, которым является зима, набирают вес, запасают жир. И это является главным, так сказать, мерилом того, что они нормально переживут зиму. А тут совершенно иная рекомендация. То есть вот эта вот рекомендация, она не идет в сочетании с природными факторами, которые заложены в нашем организме. Что касается выпить воды перед приемом пищи, и тем более там взять как там самую там большую бутылку там воды и пить в течение еды. Эта рекомендация тоже не совсем правильная. Почему? Здесь надо было бы подчеркнуть первое, что выпить теплой воды, допустим, полстакана, для того, чтобы прогреть желудок, чтобы он стал активным. Если мы с вами, вот смотрите, вот просто выпили воду, сказали, ага, выпьем воду. Никто не сказал, какая температура. Если мы выпьем холодной воды, то холод останавливает любое пищеварение, потому что у нас есть такое понятие, как пищеварительный огонь. Мы его затушили, сразу же залили костер перед тем, как его разжигать. Перед приемом пищи. Если пить воду, то пить теплую воду. Далее, если уж там листовой салат, вот если вы хотите овощи, то лучше всего, чтобы это были тушеные овощи, чтобы это были теплые овощи. Вы тогда их лучше переварите. Сырые будут вызывать, как сказал Юрий Гусман, газообразование. Хотите проверить? Съешьте большую миску вот этих листовых овощей и понаблюдайте за собой. То есть здесь теория разойдется с практикой. И ваш собственный опыт покажет, а что на самом деле верно. Далее. Он сказал. Говорите, я люблю Давиду. И она вас будет любить. Ну что вы весь день? Лена и так гениально каждое утро приходит и говорит, нельзя это, нельзя это. Хоть бы рассказала. Это можно. Вот эта фраза как-то была обойдена без ответа. Я бы вам посоветовал. То, что вы хотите, побалуйте себя. Но в разумных пределах. Вот это вот должно быть, так сказать, вот красной нитью идти. В разумных пределах. Хотите того, пожалуйста. Хотите этого, пожалуйста. Выпить, пожалуйста. Но все должно быть в рамках разумного. Тогда у вас не будет, будем говорить, никаких последствий после новогодней ночи. Потому что, как правило, после новогодних праздников скорая помощь работает в авральном режиме, откачивает, какие-то осложнения идут и прочее, прочее, прочее. Чтобы этого не было, вот побалуйте себя вкуснятиной, которую вы хотите, но все сделайте в меру.